И всем привет, ребята, вот и наша новая серия по Метро Рояль. И оказывается, спустя пару недель после начала сезона, у нас до сих пор не все прям полностью заряжены. Так что для некоторых сегодня довольно-таки хорошая тема. Как быстро подняться. И я постараюсь рассказать вам самый простой способ, ну, чисто по моему мнению. Так что, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забывайте про подписку на канал, ведь нас с каждым днем все больше и больше, это не может не радовать. А, ну и также бонусом QR-код на экране, а ссылочка в описании. Залетаем и в Телеграме тоже подписываемся. Там, кстати, есть чатик, где я очень часто бываю и отвечаю на ваши вопросы. Ну а вот теперь точно, начинаем. Погнали! Недавно я наткнулся на онлайн-РП, в которой можно играть по сети и действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечений в ней реально хватает. Попробуйте тоже словить это веселье, используя мой промокод Zerbin, который дает 120 тысяч игровой валюты и целый люксовый автомобиль, ну он же гелик. Кстати, если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить всего пару простых действий. Первое, перейти по ссылочке в описании и скачать игру с сайта. Второе, установить игру на свой телефон и в настройках выбрать игровой ник в формате имя, фамилия, а после выбрать один из доступных серверов. Как вы понимаете, теперь играть в GTA можно даже на своем мобильном телефоне, поэтому скорее заходи на второй сервер Флорида и не забывай вводить мой промокод. Ну а мы продолжаем. Погнали. Ну что, самое простое, что нам надо сделать, это, как по мне, взять любую улучшенную МК-14 и хотя бы какой-то третий сет. Чисто чтобы пропуститься на пятую карту. Но можно и на третью, но я все-таки решил сегодня начать с пятой. А дальше все просто. Заходим и стараемся максимально быстро забрать любую фуловую шестерку. Ну, чтобы хотя бы что-то с ней выбить. А насколько быстро у нас это сегодня получится, мы посмотрим дальше. Поехали. Так, мы на месте. А вот пушечка наша как-то, я бы сказал, прям не очень. А, и кстати, соседний паренечек слева пошел. Блин, ну вот сейчас бы пушку мою, а? И мы бы по-любому его забрали. Че, она не планирует появиться, не? Не, окей, я подожду, посижу. Может появиться. Но, походу, вряд ли. А вон и типочек убегает. Ой-ой. Где он? Не, не знаю как, но нам его бы забрать как-то. Только я не особо понял, куда он все-таки пошел. А. Он уже здесь? А, я все понял. Их там еще и оказывается несколько. Готов. А вот теперь и посмотрим, что у нас выпадет по ресам. О, сумочка. Типа он залутал типочка? Да не, он что, так быстро его в натуре залутал? Капец. Не, ну окей. Шестая сумка как бы тоже на дороге не валяется. Уже хотя бы что-то есть. Так что теперь аккуратненько пробираемся на босса. А там уже будем пробовать что-то сделать. О, а вот и первые выстрелы. Блин, конечно, позиция у нас будет просто что-то с чем-то, но как-то все-таки надо кого-то забрать. И неважно, с ближней дистанции мы или с дальней. Чего? Опачки. А за кем это у нас тут ботиночек шел? Это тип, что ли? Да не. Блин, я, конечно, без понятия, что там происходит. Но, походу, там только что кто-то минусанулся. Жух. Надеюсь, попал. А, он вообще оттуда вышел. А вот это нехорошо. Прям я бы сказал, даже очень нехорошо. Если я не ошибаюсь, он
ровно на вход встал. А, даже так? Окей. По-моему, я знаю, где он лутает ящик. Сначала вот сюда. Как? Ты стреляешь сквозь стену? Да. Не, ну окей, залетим заново. Я ж надеюсь, ничего не сняли? Не, на месте все. Так что можно считать первую каточку в небольшой такой плюсик. У нас теперь есть 6-я сумка. Ну а так, быстро затариваемся и летим заново. Так, мы на месте. И фига себе, нас в этот раз типа вообще на тот край карты откинуло. Ну ладно. По идее, у нас прям сразу спереди типочек должен быть. Только что-то я его не особо вижу. Всего одна тычка. А, ну да, и он сразу спрятался. Ладно, тогда дальше пойдем. По идее, еще и слева целая куча народу должна быть. Главное, чтобы тот справа сюда не пошел. А так нормально. Хотя и слева я не особо кого-то вижу. Ой. Ну вот. Вот так уже получше. Я же надеюсь, хотя бы с кого-нибудь из них бронька выпадет. Ой-ой. А откуда это сейчас СКС работало? Только не говорите, что прям за деревом. А, еще и не видно, какие трупы выпали. Вообще шикарно. Где он? У нас как бы еще и сзади типочек есть. Так, ну тот... Какой он? Розовый. Давай. Просто отвлекись на дым. Я его вижу. А вот и броня подъехала. Все. Готов. Кстати, а насыпало-то прям нормально. Так, теперь тут долутать все надо. И еще разрыва. Не, шикарный тип попался. Ну, точнее, двое. По сути, у нас уже 5-й сет и 6-я сумка. Так что с этого захода точно что-нибудь интересное, но вынесем. О, еще и СКС. Огонь. Это нам надо. Я, конечно, не спец на СКС-ке, но пусть будет. Все лучше, чем подствольник. Да берись ты. Меня уже бесит это. Почему нельзя нормально взять то, что надо? Во. Да лутались. Нас забрал какой-то бомж. Так, мы на месте. А, и причем еще и на том же самом месте. Огонь. Вот я, походу, прям чувствовал, что надо сразу перекидывать пластину. Все, по сути, у нас уже какая-никакая защита появилась. Теперь точно попроще должно быть. Серьезно? Спереди никого не будет? Окей, там уже и слева замесы пошли. Все, туда нам надо. А, и, кстати, типочек бежит, прям вот он. Чего?
А это нормально? Типа... По нему там попаданий 6 зашло. А он живет. Да, ну все, он теперь вот на этой скале нас будет ждать. 1000% будет ждать. Да. Вопрос. И что теперь делать? Как мне туда попасть? Можешь просто в тупую пойти. Хоть бы это он туда ушел. Что, кстати, скорее всего. Мне кажется, он как бежал, так и ходами пошел дальше. Опачки. А, еще и лег. Не-не-не-не-не-не. Меня палить нельзя. Он теперь нас контролит, да? Ну, в принципе, моя скала побольше будет. Так, и ботинка туда же. А, у нас еще и слева есть. Опачки. А я, походу, знаю, куда нам надо. Я так понимаю, мы сейчас в чужой замес ворвемся, да? И сзади есть. И я тебя тоже убил. Все, вперед лутать. А то мне что-то подсказывает, тот типочек сзади сейчас будет здесь. Так же, как я зайдет с этой же стороны, и все. Фиолетовый. Вы серьезно? С двух, скорее всего, шестерок. Мне ничего не дропнулось? Да. Честно говоря, я чуть большего ожидал. Хотя бы одну шестую шмотку. Блин, у меня сейчас такая надежда, что тут бронька будет валяться. Красный. Так. Еще. Я не один это вижу. Тут просто сет шестой. Капец. Вот так мы забрали паренечка. Все. Сколько там мы играем? Минут 10-15? У нас полноценный шестой сет. Я же сказал, как быстро подняться. Вот. Вот так. Теперь быстро залетаем на школу и пытаемся там что-то сделать. Ой-ой, а там босса забирают. Туда нам надо. Прям на босса. А, он еще и стальной фронт у нас. Сейчас посмотрим, че ему с босса дропнулось. Ну, если же каким-то чудом мы его заберем. Он же за ящик сел, да? Все, готов. Да в смысле? Это еще кто? Так, куда хаешку кидать? Он где там бегает? По-моему, я не знаю, куда нам теперь все это складывать. Ладно, сейчас с этим типом разберемся и будем что-то делать. А, вот он где сел. Не, я, конечно, такой себе метатель. Ну да, такой себе метатель. Нам вниз надо. Нам срочно надо вниз.
Серьезно? Это чудо уже на лестницу перебежало? Да. Скажите, что с меня ничего не сняли. О, это по-нашему. Так, СКС-ка на базу. Теперь просто берем любой затар и залетаем на карту. Вот теперь поиграем. Так, мы на месте. О, так мы еще и у школы прям появились. Огонь. Надеюсь, я буду там первый. Ладно, беру слова обратно. Я там уже по-любому не буду первый. Чего? Ты серьезно, дружище? Я таких типов, честно, с того сезона не встречал. Капец. Да отстань. Капец приставучий. Мне вот явно сейчас не до того дальнего типа. Надо как-то тут ребят забрать. О, их тут двое, походу. Так, один минус. Ой. Это уже нас встречают? Ну ты-то куда? Пей давай. И будем что-нибудь думать. Хотя ладно. Тут еще кто-то пришел. Че? Че он встал? А, он в соседнее здание убежал. Нормально. Тогда займемся типом на крыше. Вжух. Окей, еще на. И еще один. Где он? Капец, что происходит? Он, покуда, явно не хочет, чтобы мы к нему заходили. Ой. Это было чуть-чуть больно. Иди сюда. Все, готов. Только, походу, это вообще левый чувак был. Из того соседнего здания. Не, ну нормально же исполнили. Прям как по маслу все. Так, что тут есть? Это нам надо. Это тоже надо. А, ну и... И все, в принципе. И пятая сумочка. Вот это по-нашему. Все, сейчас чекнем, что там. Из этого типочка. И можно идти дальше. А тут еще и берил шестой. Ну, берил с пятой каской. Огонь. Вот почаще бы такие заходы были бы. Вы издеваетесь? Вас тут сколько еще будет? И походу дело он меня слышит. Их еще и двое. Вообще шикарно. Так. Хотя бы один потопай. Чё-то я уже потерялся в них. Этот справа. Так, один минус. Теперь еще один остался. Тот на втором этаже здания. Да. Вот так народу собралось на школе.
Чего? А, еще и на магазине вертушку вызвали. Вообще шикарно. Не, нам надо забирать его. Только я бы еще понимал примерно, где он находится вообще. Что-то носится там туда-сюда и все. Он на крыше, да? Не-не-не-не-не-не-не, обратно. Это мне сейчас не надо вообще делать. Капец, взял, свалился. А, он пошел по лесенке. Чего? А чё мы не отъехали? Не понял. Чё он там делает? Странный тип. А оттуда долетит туда, нет? А, все, мы хаешки потратили. Шикарно. И что теперь делать? Как мне теперь это чудо забирать? Да в смысле? У тебя там что, МК на 1000 патронов? Да. Всех забрали. Прям кучу людей уложили. А последнего никак. Не, ну окей, с нас хотя бы ничего не сняли, так что еще попытка есть. Все. Теперь все прогрузилось. А то заходим, а бушек нету. Кстати, там спереди уже люди, поэтому без бустов. Сразу туда летим. Нам надо перехватить этого типочка. Нам, по сути, за эту катку надо, ну, хотя бы чуть-чуть приумножить свой капитал. То есть, выбить еще парочку шмоток. И все. Мы в той катке развились неплохо так. По сути, мы минут 15 назад заходили в третьем сете, а сейчас мы фулл 6. Ага, никого нету. Понял. А вот и типочек наш. О, отъехал. А чё это так? Хотя целил нас. Вот 100% нас целил. А фиолетовый-то почему? Но там же было что снимать. А, понятно. Только мне почему-то показалось, что у него на голове 5-й шлем был, а не 4-й. Хотя, может, с этого выбил. Ну да пофиг. Быстро бустаемся и мчим на школу. Окей. Быстро бустаемся, отменяется. Тут через дорогу у нас кто-то есть. Вот чего-чего? А еще одного типа я сейчас не ожидал увидеть. Я думал, все свалили. А нет. Оказывается, что нифига. А он не хочет спалить себя, где он находится, не? Не, конечно, примерно понимаю, что он с этого края забор, но может перебежал уже? Серьезно? Вот так легко просто в упор подпустит? Это еще кто? Это же вообще левый типочек. Капец, он его еще и забрал. Да. Это нормально? Просто воюешь с одним, идешь за одним типом. Да тут уже вовсю другое орудует. Не, ну окей.
Плюс шестая кобра каска. Все-таки не зря я решил тут остаться, а не на школу пойти. Хотя мысли были забить на него и на школу умчать. А, у нас еще и времени до конца нету. Понятненько. Это очень плохо. Я бы сказал, прям чересчур. Или это не он? Почему ты не зацепился-то? Калич. Серьезно? Это был ботинок? Да я все метательное потратил. Вообще шикарно. Да. Я думал, что тут типочек. А тут бот. Иди сюда. Ну хоть одного тут заберем. Голяк совсем. Да. Голяк, но с АМРкой. Ладно, пойдем дальше тогда. Раз тут никого не получилось нормального забрать. Может хоть на магазине, да на втором боссе будет. Езжай давай. Все. Только вот красный бы еще был бы, а не фиолетовый. Хотя ладно. Хотя не, нифига не ладно. Я тоже хочу ачивку сделать. Чтобы у меня каждый сезон все награды были. Ой-ой-ой. А кто это у нас тут такой? Походу, я нашел нашу финальную цель на сегодня. Прям под нами. Рассыпался. Но что он тут забыл на такой минуте? Я вообще без понятия. А. Хотя ладно. Он походу сам только что кого-то забрал здесь. Это что сейчас было? Мне не показалось, что там миллиард всего. Капец. Откуда ты работаешь? Нам надо его отвоевывать. Там чересчур много лежит. А я типа не вижу. Приплыли. Чего теперь делать? Блин. И смоков же как назло нету. Так. МК на месте. Ты что, за деревом, что ли, сидишь? Я просто реально не знаю, где еще люди могут быть. А, недолет. Окей. Упади за дерево. Чего? Он же за деревом стоит. Ладно. Попытка номер два. Это сюда. А, место кончилось. Так. Это значит на выброс. Не, это чисто не жадность, это залутать надо. И это сюда. Он с горы, что ли, работает? Я не пойму. Окей.
я так понимаю, он никуда уходить не собирается, так что обходим и будем играть на равных уже. Залез там на гору. Это, походу, типочек с босса уже пришел. А этот вообще рандомно тут оказался. Как и тот, кого он забрал здесь. Самое главное, чтоб тот парнишка тоже позицию не поменял. А то у нас как бы с собой еще фуловый шестой сет, МКХ и пару пятых шмоток. А? Все? Серьезно? С пары попаданий, значит? Да. Вот у всех бы вот так вот залетало, как у этого типа. Не, все. Я что-то не хочу больше. Блин, раскладываешь всех, хотя потом вообще фиг пойми, кто забирает. Еще и все снимают. Мы развились? Развились. Но на этом моменте мы и будем заканчивать нашу сегодняшнюю серию. Так что всем тем, кто досмотрел до самого конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял. Пока.